Что, готовы? Олеся? Ready? Да. Оля, что за гриб? Походу должен быть благородный. Невкусненько. Ну, в общем, контрольный тест. Если дети не умрут, то выберет. Это какой хрень? Я тебе говорю, помнишь, эти елки пока? А, вот эти елки. Окей. Чуть-чуть осталось. Да. Ребенка надо кормить. Да. Кстати, ребенка, в принципе, надо кормить. Только мы пришли, сразу начался дождь. И этот дождь шел все время до вечера. Ну, с небольшими перерывами, но очень маленькими. Ты что, делаешь шашлыки? Как со стороны это смотрится, этот ваш бэкпекинг? Забавный, да? Забавный — это не то слово. А на следующий день мы проснулись, и была хорошая погода. Смотрите, как солнечно. Just kidding. На самом деле шел совершенно ужасный дождь последние несколько часов. Смотрите, какие лужицы. И мы решили собирать лагерь и уходить, пока не поздно. И надо сказать, что погода лучше не прекрасно стала. Она стала только хуже. Ники! Yeah, it's wonderful.